лотосы отличные хищники. Как и все камбаловые, они выжидают, когда жертва подплывет максимально близко, после чего следует молниеносная атака. Рыба растет всю жизнь, есть неподтвержденные свидетельства об уловах 4- и 5-метровых палтусов. Благодаря белковому коктейлю, из которого состоит филе нашего гостя, палтус обладает массой полезных свойств. Рыба богата магнием, калием, селеном и фосфором, витаминами Е, Д и группы В, а также омега-3. Короче говоря, плывучая аптека.